справишься. Я так рада, что ты наконец выбрался на природу. Да, здесь хорошо, только дышать тяжело. Ингалятор с собой? Конечно. А шляпу надел? Берегись солнечного удара. Ой, шляпу забыл. Ладно, а крем от загара ты взял? Да, я им измазью с ног до головы. А спрей от комаров? Его, видимо, нельзя поверх крема от загара, я весь чешусь. А бутылку с Ойлента взял на всякий случай? Я же рядом с городом. Так здорово, что ты решил познать мир дикой природы и оставил цивилизацию позади. Хочу латы. Где ты сейчас? В соседнем квартале. Тут город очень крутой. Оставь вещи, потом вернешься. Я не оставлю пиво. Папа, с ума сойти. Я же нашла тебе тележку. Где она? Скатилась с холма. Наверное, на дне залива. Папа, ее надо ставить на тормоз. Погоди, может... Какой запах? Ты что, не чуешь? Да ладно, тут же весь район травой провонял. Странно, я ничего не чувствую. Наверное, у тебя обоняние острее. Или ты просто привык. Тоже вариант. Но мне эта травка реально нужна. Ну и вообще, даже из кошачьего лотка меньше несет. А почаще его выносить не пробовал? Это ж хрен знает, алло? Куда тащиться. Пришли, да еще и с ведром песка. Не, черта все это. Мотивации у меня нет. А еще можно нормальный наполнитель купить. Я эти деньги лучше на траву потрачу. Ты меня не слушал, что ли? Приветствую в кампусе Нудл. Можно просканировать вас? Всего минуту, пожалуйста. Это переходит все границы. Я кладу трубку. Нет, стой. Я чувствую кого-то. В твоей жизни есть... Джо. Или Джон. В общем, кто-то на Дже. Платить я тебе не собираюсь. Ты многого добился. Но тебе всегда хотелось чего-то иного. Это про каждого можно сказать. Химика тебе изменяет. Что? С нулевым балансом выбросов углерода. Смотрите, от кампуса на уроке каждый может найти себе уголок. Черт, что это? И еще время на тебя тратить. Check device on itself.
Приветствую в кампусе Нуду. Уголок. Правда, внудал здорово. В списке Fortune 500 с нулевым балансом выбросов углерода. Приветствую в кампусе Нуду. Что за черт? Я его просил признаться. Умолял даже. Не захотел. О, пардон. Говорю, чел, послушай меня. Та хрень, что ты брал у меня раньше, ничего такая, но это ж детский лепет вообще. А вот эта штука, прямо крыша снос, братец. Затянулся и полетел, и ничего больше не нужно, и все просто круто. Понял. Нормально прошло? Как в ожидании облавы. Люди пробуют проникнуть в твои мысли, хотя безуспешно. Ведущий контакт. Чувствовал себя как в том фильме про заложника. Что? Нет. Нет.
меня. О, боже. Слушаешь? Ага. Понял. Буду я тебя слушать. Давай, давай. Прости, я... Нет, да ладно. Охренеть. Знаешь, мне надо...